Акция в поддержку вакцинации от COVID-19 прошла в городском округе Люберцы. Жителям, которые сделали прививку от коронавируса, вручили значки с надписью «Vaccinated», что в переводе с английского означает «вакцинированный». С обладателями таких значков и организаторами проекта познакомились мои коллеги. Еще одно подтверждение, что прививка сделана. Жительница Люберец Лидия Винокурова пришла сегодня за второй дозой препарата «Спутник Ви». Кроме сертификата вакцинации, ей вручили еще и вот такой памятный значок. Буду носить обязательно. А почему прививаюсь? Ну, одним словом, будем ехать на юг Сочи. Поезд, контакты. И как бы обезопасить себя хочу. Отличительный знак дает понять, кто уже вакцинировался и не может быть носителем опасной инфекции. Акцию инициировала газета «Подмосковье сегодня». Наш золотой значок «Vaccinated». Надпись мы сделали на латинице для того, чтобы наши жители Подмосковья выезжали за границу и демонстрировали всему миру, что мы здоровы. Обладателями заветных значков стали и главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, а также депутат Московской областной думы Игорь Каханный. Они уже давно сделали прививку и призывают всех остальных последовать их примеру. У нас 100% депутатов Московской областной думы все вакцинированы. Я как председатель комитета профильного Московской областной думы, у меня есть аппарат комитета. Да, я тоже по моей рекомендации весь аппарат комитета вакцинировался. Городской округ Люберцы стал 11-м муниципалитетом, где прошла подобная акция. Организаторы проекта раздали по всему Подмосковью уже 2500 таких значков. Сегодняшняя акция, она как бы лишний раз говорит, люди, там, друзья, давайте думать о здоровье, давайте прививаться. С начала прививочной кампании в городском округе Люберцы прошли первый этап вакцинации около 45 тысяч человек. Сделать защитный укол от коронавируса можно в 12 поликлинических отделениях. Для удобства жителей в округе открыто еще 12 стационарных пунктов вакцинации. Ознакомиться с графиком их работы можно на сайтах администрации городского округа Люберцы и Люберецкой областной больницы, а также в социальных сетях. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.